Так, кто за робота играет? Серега. Серега, есть. Да, Серега. Ребята, ну я знал, только у меня 600 жизней, вы мне вынесли чуть-чуть. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусь, Санёк, Чебузавр, Кингачпук, Рагас, Кокас, Робби. Всем приветики, млетики. Всем привет. Вышел новейший пилпак по игре Dark Deception. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А у нас лабиринт и убегаем от классных NPC. Серега у нас сегодня будет играть за злобную обезьянку с какими-то бензопилами в руках. И кто будет проигрывать, тоже берет Чебузаврика в этих Dark Deception и начинает мочить. И в конце ролика будет 7 монстров и один выживший. Поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет эпик. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то интересное, новое и веселое. А где он? Серега, ну ты же знаешь, что ты можешь бить на расстоянии даже? Вот смотри, это было рядом. Не убил. Где 50 тысяч хп? Опа. Не, а, так ты убиваешь все нас одного раза. Серега, как ты думаешь, ты убьешь сегодня кого-нибудь? Хочешь, тебя сзади заведу, у тебя там ключик сзади, его завести надо. Заведи, реально, а то что-то не, не буду, не буду. Ну давай ты заведи, а я посмотрю. Ну, я боюсь. Сейчас... Еще чуть-чуть и убьет сейчас, смотрите. Зря ты так относишься к нему несерьезно, он может замочить сейчас на большом расстоянии даже. Вот, я же сказал, кокос есть. Так, теперь уже 2 монстра. О, сейчас будет уже поинтереснее. Любого можешь, любого, да. Радекса убил. О, 3 монстра. Ой. Еще одного своего убил. Отлично. Блин, они взяли вот эту черепиздрюху, которая очень страшная, я ее боюсь. Так, главное, что не загонять себя в угол. Ты видишь кого-то из них? Так, вот так стоим, смотрите, мы можем видеть слева и справа сразу. Очень осторожно, пацаны. Да-да-да. О, даже машинка есть, и пилпак у нас машины есть. О, таксишка едет злая. Пацаны, убегайте. Таксишка с обезьянкой. Поваром. А! Мама, я боюсь, я еще чуть-чуть и проиграл. Все, стоим здесь. Если что, мы вырвемся, мы с тобой сможем. Все, ребята, сидим на крысу и надеюсь, это нам спасет жизнь. Сколько монстров? Трое или четверо? Кто сейчас умрет, тот плох. Не надо на таких правил. Ну, Серега, ну зачем, Гинганчпук, ты что, лох? Блин, веселье. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти записать и повеселиться, и поугарать вместе с нами. Серега, Серега! Блин, это жесть! Я один остался, что ли? Нет. Нет? Я еще живой. Настроен, наверное. Мочите их. Дима, ты где там? Беги к нам. Я бегу, пацаны, я спасаюсь. Ой. Да блин, то и Рорка бегает. Это фигня бензопилистая. А мы бежим, с пацанами бежим и выживаем всегда. Блин, сейчас очень стрёмно, даже ноги поджимаю, когда они сзади меня все бегут. Ой. Эй! Ну, разделяйся. Иди сюда, говно, а. Не, Серега, я же свой. Блин, классно, я выжил. А сколько, нас двое осталось? Да, мы с тобой бегаем. Да блин, да ну это Эрорка, ну я не знаю, как она бьет, это нечестно, Эрорка, играть. Да. Ой, все. Все? Всех убили. Всех убили? Я последний. Да. Я последний был. Давайте. А, получается, это самый лучший игрок в этой серии? Конечно, да. Ну что, пацаны, давайте теперь сделаем так, что один будет выживший, а все будут играть за монстра. И кто дальше? Давай, Серега, теперь ты. Один выживший, а мы все играем за монстра. И сколько ты секунд продержишься? Ребята, Серега один, а мы все должны его замочить. Посмотрим, сколько же времени он продержится. Надеюсь, нисколько. Вот он! Ах, блин, его еще надо как-то попасть, я бью с большим опозданием. Давайте опередим события, мы сейчас Серегу заранее ударим, смотрите. Идти!
Прекрати, иди сюда. Ну, Серега, ну я хочу тебя ударить. Ты, пожалуйста, иди сюда. Я не позволю. Вот сюда, сюда, сюда бежит. Ну, блин, да как? Ты же ударился головой. Поцеловались, а даже, можно так сказать. Он, кстати говоря, чуть меня не замочил, Дима. Блин, я его вижу, вон Серега бежит сюда. Опережаем события. Серега, ты хорошо держишься. Опять Рорка бегает. Ну иди сюда. Блин, да я думал, будет тяжелее. Так, давайте возьмем вот этого. Нет. Утки. Сережа. Вот-вот-вот, он сейчас тут выберет, смотрите. Есть, Серега, тебя убили. Ну че, кто хочет еще один повыживать? Я, Радекс. Радекс, давай, тебе еще шанс повыживать. Сейчас. Скажешь, когда будешь готовы. Раз, два, три. Радекс, проиграй. Огружаем его. Вот он побежал. А, нет, там тупик, все. Он в тупике. Да ты зараза, блин, еще в чуть-чуть. Так, Балди бежит сюда, очень осторожно. Очень будь осторожным. Тупик. Вот он сюда побежал. Там тупик, отлично. Не выпускайте его. Ах ты, зараза морская. Все за ним, все за ним. Сюда побежал. Вот он сейчас тут будет. О, так, пацаны, опережайте кто-то. Есть. Ну что, теперь хочу сделать битву, когда каждый монстр сам за себя. Выбирайте себе монстра. И сейчас будем воевать. Ребята, последняя битва. Каждый сам за себя. У каждого по 1000 жизней. Мы убрали, чтобы была быстрее битва и интереснее. Иди сюда. Я вижу Серега вот за этим. Есть, сожрал. Есть, еще одного убил. А что вы двое на меня? Двое на меня, Дима. Ну, Сережа, еще одного убил. Ну что? Кто еще? Ну. Что ты, зараза, иди сюда. Ты думаешь, ты убежишь? Иди сюда. Там тупик, а теперь тебе тут жопа. Ну. Да вода есть. Ребята, ну что? Кто еще остался жив? Кто? Я. Радекса убил. Отлично. Есть. Ну что, кто у нас еще остался? Так, кто за робота играет? Серега. Есть. Да, Серега. Ребята, ну я знал, так у меня 600 жизней, вы мне вынесли чуть-чуть. Ну что, давайте, вы все против меня одного. Убьете, не убьете? Убьем. Блин, у меня, конечно, жизни маловато, но ничего. Я повыживаю сейчас. Дима, ты где? Нет. Ты. Ой. А у тебя жизни много, это же нечестно. Это же нечестно, у вас жизни много. Не-не, надо валить. Отвалите. Я думал, будете меня оружкой мочить. А, оружкой? Ну, конечно. Я же убийца. Мы же тебя быстро вынесем. Нет, ты не сможешь мне это сделать. Ладно. Да не, Серега, ты же читер. Я же знаю, что ты читер. Так, ну что, пацаны, берите монстров. Я сейчас буду взрывать мощный ядерный взрыв. Посмотрим, кто из нас выживет. Давай. Так, сейчас я возьму эту челепиздрюху. А вот я уже поставил бомбу. Да? Сейчас, подожди, я хочу, знаешь, что сделать, Серега? Не просто бомба, я хочу ее пнуть. Смогу я ее пнуть или нет? А ну-ка. Ой, да, получилось. Ого, бомба, нифига себе, Серега. Ну что, ребята, сейчас будет мощнецкий взрыв, готовьтесь. О, нет. А, эти легко, да, убивают, умирают NPC-шки? Крупаки, вообще наизично. Всего 53 хп. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, на всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, поджигай. Поджигай, может, взрывай? Это сейчас...